Вот теперь давай. Ага. Good morning. Привет, привет. Я в России, в Сибири, город Красноярск, на берегу Енисея, академгородок. В руках у меня дождевик. Это гриб дождевик. Можно загуглить. Посмотрите, какой он большой. Вот рядышком вот с головой. По сравнению с моей, да, головой, его размер можно вот сравнить, да. У своих друзей Александры и Елены. Вот, а самое прикольное, что внутри, вон, открывай его. Он вот такой вот, вот такая кремовой консистенции. Мякоть. Вот такая мякоть, вот. Его вот режут, жарят с лучком. Без лучка, просто. Без лучка, вообще просто. Говорят. Вкус вообще на грибы не похож. То есть это крем. Крем-брюле. И это все вот в этом нашем ауле, который рядом с нашими домами вдоль Енисея. Никуда далеко не ходили. Все рядышком. 3 года не было грибницы. 3 года назад мы это все собирали. Сейчас вот появилась новая. Да, ну вот, поэтому отдохнула. Солнечный привет из... Всем-всем привет и крепкого здоровья из Сибири. Так, а теперь... Всем привет-привет с берегов Енисея, 240 метров над уровнем моря.